Привет, просмотром данного ролика. Хочу показать вам канал Реда. На канале этого парнишки вы найдете видео про Minecraft Pocket Edition, обзоры разных читов, а также вы найдете обзоры и компьютерные версии Майнкрафта. Поэтому, друзья, ставьте лайки этому парнишку, а также совсем скоро на этом канале произойдет конкурс на 200 рублей. Поэтому подписывайтесь на канал и ожидайте в ближайшее время этого парнишки довольно классный конкурс, в котором вы можете поучаствовать и выиграть довольно классные призы. Ну, а, собственно, друзья, ссылка на этот канал, как всегда, будет в описании. Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам обновление Minecraft Pocket Edition 0.16.2. Вот и вышло довольно неожиданное обновление, которое никто 100% не ожидал, и оно приносит там исправление багов, а также добавление нового мультяшного текстуру пака. А также перед началом видео, друзья, хочу сказать, что многие задают вопрос насчет монтажа. Если я сейчас сделал бы обрезку, то, друзья, это видео вышло бы не сегодня, а только завтра, потому что у меня нет ежеминутного доступа компьютера. Если я делал бы это на Android, то качество бы снизилось очень намного. И надеюсь, вы не хотели бы видеть видео с очень плохим качеством. Поэтому, друзья, хватит писать такие комментарии. Ну, а мы продолжаем обзор, друзья. Во-первых, если зайдете в настройки, глобальные ресурсы, и вы увидите мультфильм. Глаза, как у игрушек, дурацкие ухмылки. С этим набором вы превратите весь мир в мультик, друзья. И при нажатии на этот текстур пак вы появляетесь в магазине. Мы видим жителей, которые держат в руках карту, а солнце довольно упоротое, но прикольное. Также прикольные цветочки, курочка. Ладно, давайте посмотрим на ад. Здесь у нас грустный глаз, очень грустный. А на зомби что-то держит в руках, какой-то непонятный меч. Это у нас джунгли, как видите, довольно качественные, как всегда. Свинка. Что-то она не больно довольна. И очень прикольные мультяшные цветочки. Это у нас уже деревня. Опять же, мультяшные овечки. И необычные факела вижу я вдалеке. Не знаю, зачем их сделали такими яркими, но все же они есть. И довольно классный песочек. Ну, а это, друзья, у нас уже зомби. Да, обычные зомби, у которых, если не ошибаюсь, расстегнутая ширинка. Или торчит... что может торчать? Рубашка, наверное, да? Хотя, наверное, на нем уже рубашка. Наверное, все же расстегнутая ширинка или что-то в этом роде. Ну, собственно, друзья, по идее, переходить в сам мир толку нету. Здесь нету эндер-дракона, нету здесь ничего, нету сидов, как это произошло, к примеру, во втором билде. Здесь нету ни новых блоков, ни новых мобов. Ну, вы давайте посмотрите просто на этот мир. Собственно, грузится. И, друзья, вот обычный мир Майнкрафта. Ничего нового, ничего старого. Ну, собственно, могу сказать, что в полном релизе 0.17.0 должны добавить этот текстур пак. Ну, а вот на этом информация заканчивается. Собственно, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал Редексона и подписаться на мой канал. До скорых встреч!